Информация о выбросе вредных веществ в атмосферу предприятий Мурса Евразия оказалась фейком. В этом убедился первый заместитель главы Серпухова Алексей Воробьев на встрече с руководством завода. Кроме того, представители компании рассказали о мониторинге экологического вопроса и заверили, что политика производства подразумевает безоговорочное соблюдение всех стандартов. Я попросил коллег прокомментировать момент, который был опубликован в сети интернет с видеороликом о том, что якобы на территории компании «Мурса Евразия» произошел там технологический сбой и соответствующий выброс в атмосферный воздух там, загрязняющих веществ. К подобному скепсису со стороны населения сотрудники предприятия относятся с пониманием и готовы к диалогу с жителями и разъяснению ситуации. 15 мая этого года мы проводили очередные технические работы по модернизации наших трубопроводов. Проводилась врезка. Наши трубопроводы, ведущие к очистным фильтрам. Поэтому на время проведения этих работ мы останавливали, подавали воздух в обход очистных сооружений для того, чтобы провести этот монтаж. Такие мероприятия проводятся раз в несколько лет, однако работы проходят согласно стандартам. Руководство предприятия уверяет, все в пределах допустимых норм.